Водители автобусов в Китае могут потерять работу. Там изобрели первый транспорт, способный двигаться без вмешательства человека. И даже испытали его на трассе. Чем закончился эксперимент, расскажем через несколько секунд. А еще покажем, как ищут золотой поезд нацистов. И услышим, как поет пресс-секретарь Следственного комитета России. В Китае изобрели автобус-беспилотник. Его разрабатывали в течение 3 лет. Конструкторы уверяют, водители теперь не нужны. Машина оснащена 2 камерами, 4 лазерными радарами и встроена система навигации. Они и управляют движением. Испытания на трассе показали, без вмешательства водителя, а он на всякий случай сидел в кабине, автобус может держаться своей полосы, тормозить на светофорах и перестраиваться. Пользователи Фейсбука в комментариях пишут, автобус просто космический. Но что теперь будет с китайскими водителями? Нашлись и скептики. В моторном отсеке, предполагают они, наверняка сидит другой китаец, следит за дорогой через щели воздухозаборника и рулит. А эти кадры, снятые в Польше, обсуждают ВКонтакте. В окрестностях города Валбжек предположительно спрятан поезд с золотом нацистов. И военные ищут мины, которыми немцы оградили свой клад. На возможное местоположение поезда указали 2 мужчин, поляк и немец. И заявили, готовы показать сам поезд, но только в случае, если им отдадут 10% суммы. По легенде, поезд нацистов был загружен золотом, драгметаллами, предметами искусства и даже частями исчезнувшей янтарной комнаты. В нем было до 3000 тонн. Золото, которое хорошо защищено. Поэтому территорию и обследуют военные. Мне бы найти такой поезд, восхищаются в комментариях пользователи. А это кадры нового клипа Стаса Пьехи. Компанию ему составил пресс-секретарь Следственного комитета России. Оказалось, генерал-майор Владимир Маркин, обычно рассказывающий зрителям об убийцах и похитителях детей, прекрасно поет. А дуэт с Пьехой родился еще во время съемок шоу «Кто хочет стать миллионером». После эфира программы песня «Родина» стала хитом, а теперь у нее появился свой клип. Он уверенно собирает просмотры во всех соцсетях – на YouTube, ВКонтакте и Фейсбуке. Давайте послушаем. Коварный враг, хитер и любит ложь. За нами люди, нас не проведешь. Мы правду защищаем, так надо, понимаем. Мы впереди.